7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице, состоялся крупнейший военный парад. Его провели, чтобы поднять боевой дух советских людей и продемонстрировать представителям других стран военную мощь Советского Союза. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, но в Куйбышеве был самый многочисленный и продолжительный парад, который включал также воздушную часть. Об этом учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов 68-й школы Самары в рамках урока мужества рассказал председатель городской думы Алексей Дегтев. Понятно, что история Отечества изучается в рамках красноурочной деятельности, неурочной деятельности, но очень важно нам, в том числе депутатам, как в том числе и лидерам общественного мнения, вот, доносить ту правду об истории, потому что наш город не только направил в качестве красноармейцев в целом в регионе свыше 500 тысяч человек, но и стал именно запасной столицей. 15 октября 1941 года как раз Комитет обороны обозначил такую задачу. Вот. Сюда были эвакуированы предприятия. И вот эта связь поколений, что фронт подкрепился надежным тылом, очень важна. В 2011 году в Самаре провели шествие в память о параде 41 года. Его так и назвали – парад памяти. С тех пор шествие 7 ноября проводят ежегодно. В этом году парад на площади Куйбышева проведут под девизом «Наша семья – наша победа». Сегодня абсолютно все школы уделяют большое внимание урокам мужества, урокам толерантности. И наша школа не исключение. Участие Алексея Петровича в данном мероприятии – это очень важно, это почетно для нашей школы, то, что человек такого уровня пришел к нам. Рассказал ребятам, донес информацию. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. К проведению привлекут новых участников. Впервые в истории парадные расчеты будет сопровождать музыка в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.